Добровольского 89. Госслужба по вопросам труда через суд пытается остановить лифты в девятиэтажке. С одной стороны, срок их эксплуатации уже истек. С другой, в доме огромное количество людей, которым будет очень сложно добираться домой на верхние этажи без лифта. Мне 70 лет. Мне тяжело ходить без лифта на 9-й этаж. И кроме меня там еще проживают пенсионеры. И есть у нас даже инвалиды, которые ходят с костылями. Тем более им подняться невозможно без лифтов. Так как наш дом 73-го года, он вышел в эксплуатацию, лифты уже утратили свою способность быть для эксплуатации годными. И проблема назрела такая, что Держпраця, когда приходит, они уже у нас были, вынесли предписание на замену лифтов. Ну, это так, вкратце. Замена лифтов не происходит по причине того, что городское хозяйство нам никак не может помочь. Мэрия тоже никак не реагирует на наши обращения еще с 17 года. И Держпраця подала в суд на остановку лифтов. Всю прелесть недопонимания между Киевом и регионами ощутили по соседству, на Жолио-Кюри 60. Здесь лифты уже год как остановлены. Местные жители, мягко говоря, возмущены. Живу на 9-м этаже. Муж 37-го года. Уже столько времени лифт не работает. Это самое, не вызвать врача, ни скорую, ничего. Они не хотят подниматься. Обращались неоднократно во все инстанции. И кроме отписок ничего нет нам. В нашем доме очень много пенсионеров, детей, мамочек с колясками. Дети в зимний период мало выходят на улицу, так как мамы не могут вытащить эти коляски. Пенсионеры очень страдают, так как скоро не хочет не подниматься, не хочет, вот если человек инсульт. Они отказываются сносить скорую помощь больного, и это последствия ужасные. В департаменте городского хозяйства заверяют, что на подобные адреса обращают внимание в первую очередь. Их в эту работу берут в первую очередь. То есть у нас очень редко бывает, что лифты долго не работают. Тут же поступают заявки, по горячим заявкам мы тут же начинаем эту работу. С момента заявки максимально быстрый термин, то есть если это дотендерная сумма, если это модернизация лифта, либо это капитальный ремонт там до 9 этажей, это дотендерная сумма, там, до 10 этажей здания, то там вопрос – это дефектные акты, это заключение договора там, и выбор – это подрядчика. Ну, занимает это недели-полторы. Константин Гречан и Владимир Ивжич и вся команда репортера будут следить за развитием событий.